Андрюх, я отвечаю. Сегодня грех работать. Праздник. Какой еще праздник? Большой. Усекновение головы этого, ну, того. Ну, в общем, все его знают. Так что работать сегодня нельзя. Грех. А мне там воздастся. Михалыч, там на твои грехи памяти не хватит. Эй, на баннере! Стойте! Прекратите! Не трогайте ее! Слышите, остановитесь! Ну, слышите? Девушка, вы... Эй, девушка, вы что творите? Угомонитесь. Зачем вы снимаете ее? Потому что срок вышел. Неправда, нет. Так нечестно. Срок еще не вышел. Ее нельзя снимать. Так, ты куда полез? Так сказала, снимать нельзя. Лезь обратно. Она что, родственница ваша? Нет. Или вы работаете в этом магазине? Почему в магазине? Нет, это вообще все другое. Ну, просто... Вы не можете его снять. Если вы его снимете, то это все. Случится непоправимое. Вот, а я предупреждал. Михалыч! Насколько непоправимое? Да моя жизнь может разрушиться. Что ж у вас за жизнь-то такая ненадежная? Как вы в ней вообще живете? Извините. Вас как зовут? Елена. Елена, вы поймите, я не директор, я таких вопросов не решаю, но я вижу, как это важно для вас. В принципе, я могу перенести демонтаж на день. На два! Завтра тоже праздник и... На день! Все, что могу. Спасибо. Всего один день? Но ведь это же издевательство. Как можно успеть за один день сделать все? Я знаю, знаю. Но этот день — это единственное, что у меня есть. Так, нам нужно найти даму Бубей. У тебя есть какие-нибудь идеи? Даму Бубей. Та, которая прячет слезы, но отнимает самое ценное. Что у меня есть самого ценного? Самое ценное. Квартира? Ну и что, получается, сейчас кто-то отбирает у меня квартиру? Ну, может быть, ты просто не знаешь. Может быть, у тебя кто-то ее уже отжимает. И я должна сделать ее счастливой. Как интересно? Съехать поскорее? Ну да, ты права. Так, ну что же у нас может быть самое ценное в жизни? Жизнь! Жизнь. Ну, допустим. И что тогда? Может быть, тебя кто-то травит? Флор, совсем уже. Ну да. Так, а что у женщины может быть ценное? Волосы, ногти, глаза, грудь. Грудь. Грудь можно отобрать? Любовь. В смысле? Любовь самая ценная. Разве нет? А, ну да, конечно, любовь. Так и кто у тебя сейчас ворует, что? Не, ну не сейчас, но тогда. Алёш, помнишь? Ой, да. В которого ты была влюблена в интернатуре. Это гадина? Надя, терапевт, помнишь, старше нас была? Она же отбила его у меня. Да, помню. Вот. Это она, дама Бубей. Та, которая прячет слезы, но отнимает самые ценные. Ну, не знаю. Ну, а где она сейчас? А я даже знаю, где. Она в 12-й ведет педиатрическое отделение. Точно. Мы нашли ее. А если это не она? Слушай, что гадать? У нас все равно нет времени, поэтому это она. Должна быть ею. Да. Смотришь? Думаешь, у меня ничего не получится? Посмотрим. Я не сдамся. Даже не надейся. Ну чем? Чем ты докажешь, что собака твоя, а не бродячая? Ну вот, вот, у меня паспорт ее собачий есть. Смотрите. Паспорт. Ну отдайте, это моя собака. Моя, отдайте мне ее. Да ладно уж, ладно, раскричалась собака. Паспорт есть. За собакой следить надо. На уж, бери. Спасибо. Спасибо вам большое. Все, все, моя хорошая, моя девочка. Моя девочка такая, моя хорошая, моя хорошая. Смотри. Так. Значит, это все-таки твоя собака. Привет. А разве это важно?
Да вообще не важно. Просто интересно, во что вы играете, ты и Лена? Ой, такие пустяки. Зачем я вчера звонил Артему? Зачем? Зачем вообще все это было? Я не могу рассказать. Почему? Ну, потому что мы, девочки, такие загадочные. У нас свои секретики. Ларис, я не маленький мальчик. Мне не 6 лет. Я взрослый мужчина. Я вчера выставил себя полным идиотом для того, чтобы вам помочь. Я вам помог? Помог. Очень спасибо большое, Вэн. Очень. Значит, я заслуживаю объяснений. Честных, искренних, откровенных объяснений. Ох, хорошо, я расскажу. Надежда Алексеевна, ну вы же видите, какая неприятная ситуация получилась. Вы должны мне помочь. Ни черта она мне не должна. Господи. О! Надежда Алексеевна, здравствуйте, это Лена Крабилина. Так рада вас видеть, а вы рады ли меня видеть так же, как я вас рада видеть? С чего бы это интересно, она так обрадовалась. Просто успокойся. Возьми себя в руки. Все как-нибудь сложится. Значит, после этого Лена найдет своего принца, да? Да. Ага. И как он, что, с неба упадет или уже есть какие-то варианты? Конечно, есть. Да? И кто это? Ну, этого я точно сказать не могу. Ларис, я тебя прошу, перестань. Ну, что значит, я не могу тебе рассказать? Или ты мне не можешь сказать? Тебе не могу. Почему? Да ладно. Это что, я? Не. Мне очень жаль. Но передай Лене, что у нас с ней ничего не получится. Почему? Потому что у меня уже есть женщина, которая мне нравится. Это ты. Нет. Да, это ты. Нет, не смейся надо мной. Я некрасивая, я... Ты просто не такая, как все. Нет. Да, ты милая, ты добрая, ты искренняя. Ты просто не веришь в себя, вот и все. Нет, я не смейся, я... Лариса. Нет, я... Лариса, я не смеюсь. Я, кажется... Я люблю тебя. Нет, Лариса! Нет, нет, Лариса! Нет. Лариса! Лариса! Ну, наконец-то! Ты издеваешься? Лор, ну где ты ходишь? Ты забыла, что у меня всего день? Прости, я знаю, я опоздала. Соберись, пожалуйста, Лор, мне так нужна твоя помощь сегодня. Да-да, Лен, да. Мне тебе нужно кое-что рассказать. Потом расскажешь, давай, закончим, и ты мне всего расскажешь. Лор, один день, один. Но мы можем и не успеть. Прошу тебя, хватит пессимизма, я сама себя еле в руках держу. Я прошу тебя, просто помоги мне. Хорошо, я сделаю все, как ты скажешь. Значит так, смотри, я сейчас пойду к ней на разведку, так сказать. А ты можешь разведать почву в ее окружении? Как? Здесь работает Володька Киреев с нашего потока. Блондин. А, да, поняла, высокий. Да, да, да. Ты можешь поговорить с ним? Ну, как бы попытаться узнать как можно больше слухов про нее. Угу. Сделаешь? Да, конечно, Лен, я сделаю. Да? Да. Все, да, хорошо. Встретимся потом в холле. А, да. Слушай, у вас же там собственное отделение. Зачем ты собралась переходить в нашу развалюху? Поговаривают, что нас собираются закрывать. Значит, пока только разговор. То у тебя здесь оклад в 1,5 раза меньше будет. Говори на чистоту. На кой черт тебе это надо? Честно говоря, там конфликт такой вышел. Зав. Отделением решила, что я строю глазки ее мужу, ну и понеслось. А ты строила? Ну, спаси Боже!
Ну, просто никогда в жизни даже я этого не посмела. Ну, а что ей разве объяснишь? Она просто же как вцепилась так. Надь, ну просто легче уйти. Угу. Ну да, бывает, бывает. Надь, ну а как сама-то? Как дома? Да, дурдом дома. Да, понимаю, понимаю. Ага. Как с мужчиной все хорошо? Ну, ты же знаешь, с ними никогда не бывает все хорошо. А что же, все плохо? Вы развелись? А тебе-то что? Не, я спереживаю. Ну, как-то интересно же мне поговорить. Ну, по-женски, просто чисто по-женски. Ты мне, я тебе. Выкладывай, Надя, что у тебя? Слышь, Крапивина, ты какая-то странная. Да нет. Да. Может, тебе самой к психиатру сходить, а? Извини. Алло. Да, иду. 2 минуты. Лора! Ну что у тебя? Ты выяснила, что у нее? Слушай, не очень такая скрытная зараза. Но вроде у нее есть семья, и вроде у нее там все плохо. Я уже прям ясно вижу, что они на грани развода. Ты думаешь? Ну так это видно же. А ты что? Успела поговорить с Володькой? Да. Что? Ну, он женат и хочет переводиться. Про Надежду он что рассказывает? Есть у него какие-нибудь там романы на стороне, поклонники? Ну, он не особенно вникал, но говорит, что да. Есть какой-то хирург, который за ней ухаживает. На всех вечеринках лезет к ней танцевать. Вот, это наш шанс. Будем действовать через него. Надо их свести. Ну, как ты собираешься это делать за один день? Я не знаю. Ну, будем импровизировать. Но все равно у меня нет больше времени. Ну, нету. Как зовут его? Зовут его Илья. Он детский хирург. Хорошо. Лена! Послушай, а если Володька этот ошибся, и этот Илья танцует не только лишь потому, что, ну, просто любит танцевать, тогда что? Надо попытаться! Здравствуйте! Вы Илья? Да, а вы кто, вы по поводу операции? Нет! Скажите, как вы относитесь к Надежде Кислицыной? К Надежде Алексеевне? К Надежде Алексеевне. А зачем вы спрашиваете? Вы из правкома? Нет, я не из правкома. Скажите, она вам нравится? Да или нет? Ну, послушайте, это же очень личный вопрос. Вот, ответьте на него. Я не могу. Я ем. У меня перерыв. Послушайте, будьте мужчиной. Ответьте один раз на простой вопрос. Нравится она вам? Да или нет? Так, знаете что? Просто скажите, да или нет. Ну да, она мне нравится, как женщина, как человек. Спасибо. Так а зачем вы спрашивали мне, что делать? Внимание дочери. Ты сводишь Лерку в субботу в бассейн? Я не смогу. Конечно, сложу. Крапивина? Что ты делаешь в моем кабинете? Нет. Ручку потеряла. Уже нашла. Надька, ничего себе, какие тебе букеты дарят, да? Да еще и с запиской. Надо поговорить, Илья. Это не тот Илья, который к тебе клинья подбивает? Да, похоже, он самый. Так мне начинать волноваться? Я тебя прошу. Ты зачем его принесла? Я? А кто? Что ты мне рассказываешь? Тебе Илья попросил? Нет. Что тебе надо? Ничего.
извините. Крапивина, я знаю, что тебе надо. Тебе к психиатру надо. Я не шучу. Леночка, что случилось? Все провалило. Был такой позор, такой позор. Ладно, так, наверное, должно быть. Что должно быть? Да это все. Это наказание мне. Наказание за что? Да за то, что много думала о себе. Вообразила себе, что я как-то особенно чего-то заслуживаю. Ты просто неудачница. Нет, нет, ты не неудачница. Наконец-то встретила мужчину, с которым действительно хочу быть. Вот мне сразу же носом ткнули. На, вот, знай свое место, неудачница. Сколько времени? Все, мы сегодня уже никого не найдем. Плакат снимут и... Лен, не надо никого сегодня искать. Думаешь? Да, я хотела тебе сказать, я сегодня... Не надо никого искать. Ты совершенно права. Лен, я хотела... Не надо никого искать, нужно сделать так, чтобы плакат не смогли снять. Дело не в плакате, Лен. Точно, ты гениальна, Лора. Лен, я хочу тебе рассказать. Лена, 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 стой, Лена! Лена! Нет, призм уже нет. Ну, вы знаете, на них всегда очередь. Да, конечно, буду иметь вас в виду. Да. Здрасте. Скажите, а кто у вас рекламой здесь занимается? Все. Я вам перезвоню. Лен! Здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть. Ой, тоже очень рада. Андрей меня зовут. Андрей. Ну, как ваши дела? Послушайте, мне очень нужно, чтобы вы не снимали ее хотя бы еще несколько дней. Ну, не знаю, с этим будет проблема. Ну, в принципе, можно поговорить с нашим директором, Максимом Егоровичем. А зачем вам это так нужно? Нужно. Да я вижу, что нужно. Но директору все-таки придется как-то объяснить. Сейчас будет бред. Мне женщина нагадала, ну, нагадала на картах, что... Ну, что вы смеетесь? Нет, это не пойдет. Значит так. На плакате висит ваша племянница, и ей это нужно для... Поступления в театральный. Точно. У нас есть принты ювелирки. Висит на борде на Кудрявской. Ну и что с ним? Ну, надо, чтобы он повисел еще пару дней. Девушка очень просит. Денег заплатит. На Кудрявской? Угу. А, там же Илонка заходит на то место, разве нет? Да, Илонка. Но мы же можем как-то переморгать. Переморгать? Они тебе потом так моргнут. Ты не то что моргать, ты дышать через раз будешь. Нет, девушка, даже не думайте. Максим Егорович, я вас очень прошу. Ну, представьте, что у вас есть возможность спасти человека. Чего? Что, если я поменяю баннер, кто-то умрет? Что вы мне Горбатого лепите? Нет, ну, это не умрет, конечно, но это как... У вас есть дочь? Ну, есть. Вот, вот, представьте, что у вас есть возможность сделать для нее... Самый лучший подарок. Устроить для нее сказку и... Моя дочь дура набитая. Единственное, что она хочет, это тянуть из меня деньги. Ну хорошо, но есть хоть кто-нибудь, кого вы любите? Если, конечно, у вас есть сердце. Знаете что, барышня? Когда я слышу вот эти вот разговоры про любовь, про сердце, это явный знак того, что меня хотят обжухать и поиметь. Все. Мой ответ – нет. До свидания. Максим Егорович, ну давайте поможем девушке. Ну что, мы не люди. Зайцев, я тебе взял работу работать, а не сопли размазывать. Зачем ты ее привел? Тебе что, заняться нечем, а? Есть чем. Я просто, как любой нормальный человек. Выметайся отсюда, нормальный человек. А то будешь безработный человек. И ее собирай. Этого можно было ожидать. Простите, что подставила вас. Да не страшно. Давайте я все-таки позвоню Валенку, может, они согласятся. Да не надо. Это уже агония. Надо прекращать. Да не падайте вы духом.
Я попробую. Андрей, не надо, прошу вас. Спасибо большое, что пытались помочь мне. Ну, наконец-то. Боря, я пришла сказать тебе кое-что. Если я не скажу, я никогда себе этого не прощу. Говори, я тебя очень внимательно слушаю. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Нет, нет, подожди. Ты любишь женщин, женщины любят тебя, а я не такая. Слушай, не начинаю. Нет, правда, ты знаешь, ты как из сказки, ты как чудо какое-то. Я вот глаза закрываю, все равно тебя вижу. У меня даже голова от тебя кружится. Я же не смертельная болезнь. Нет, конечно, нет. Это я просто сказала, чтобы ты знал. Но мы не можем быть вместе. Почему? Я не должна быть с тобой. Почему? Это из-за Лены? Это из-за Лены? Скажи, да? Да. Лора, наплюй. Это твоя жизнь, понимаешь? Твоя. Подумай о себе. О нас. Она тоже моя жизнь. Как я потом буду жить? Так, как все. Хорошо, давай так. Давай уедем. Давай уедем в другой город, в другую жизнь. Ты все забудешь потом. Мы не будем счастливы в той жизни. Да почему? Я люблю тебя, я смогу сделать тебя счастливой. Ты любишь меня? Вообще? Люблю. Люблю тебя, люблю. Боречка, Лариса, прости меня. У тебя все будет хорошо. Пожалуйста, прости меня. Прости меня. Лариса! Что я сделала? Дочка, возьми мороженка, не пожалеешь. Нет, спасибо, не надо. Возьми, тебе бесплатно. Возьми мороженка. Я же вижу, тебе плохо. Горько. Горе какое-то у тебя. Да нет, не у меня. Получается, что другому человеку жизнь поломала. Ну, это бывает. Все мы грешны. Ну, время пройдет, все успокоится. Да вот времени-то и нет, что обидно. Даже не знаю, кому навредила. Ну, кому-то близкому. Чужие люди нас не ранят, а вот... Близкие делают нам больно. Возьми мороженка. Да я как-то не очень. Бери, бери. Это же фисташковое. Вкус у него просто необыкновенный. Да, я знаю. Это моя подруга за фисташковое мороженое родину продаст, а я... Господи боже, это же она. Привет, Лорик. Привет. Ты что, плачешь, что ли? Нет, я... Лора. Та, которая слезы прячет. Ты туда не пойдешь. Да что такое? Отдай. Нет! Ну, хватит. Тебе все мои парни не нравятся. Мне не нравится конкретно он. Ну, почему? Он врет тебе. Что ты несешь? Тогда, когда вы в первый раз встречались, он параллельно встречался с Васильевой. Слушай, ну это же было в самом начале. И они уже расстались. Да какая разница? Ты после Васильевой вообще... Где она и где ты? Да ну. Что да ну? Что да ну? Он идет с тобой и на Ильясову пялится. Это нормально? И все видят. Ну как можно так позволять собой? Thank you.
что мне теперь делать? Я так никогда не встречу такого достойного. А что за глупости ты несешь? Конечно, встретишь. А если нет? Обязательно встретишь. Верь мне. Это же я всех твоих кавалеров отшивала. О чем? Да о том, что бубны – это ты! Я? Ты! Да, буби! Потому что я краду твою любовь? Но это не так. Честное слово, я это не делаю. Я не виновата. Конечно, нет. Господи, конечно, ты не виновата. Виновата я! Ты? Почему ты? Потому что ты мой самый близкий человек. Я тебе всю жизнь мешаю и вламываю свое пространство, и вламываю твою личную жизнь. Нет, это неправда. Да, конечно, правда. Господи, надо ж такая... Да, Мабубе, это ты. Мы нашли тебя. Ага, с Лешей понятно. Был еще Стасик в интернатуре. Ты его любила? Не знаю. Да, да, я знаю, любила, любила. И его я тоже отшила. И сказала, что он тебе не нужно с ним встречаться. Господи, я только сейчас понимаю, как же я ужасно к тебе относилась. Как к своей собственности. Лора то, Лора это, туда не лезь, с этим не встречайся. Лор, но ты тоже хороша. Лор, слышишь меня? А? Да, да, я слышу тебя. Ну, почему ты мне не сказала? Что не сказала? Ну, я не знаю, ну, чтобы я так никогда не делала, что ли. Ну, ты же моя лучшая подруга. Мне и так было хорошо. Да нет, что, это было ужасно. Ну, ладно. Теперь самое главное придумать, как это все можно исправить. А что ты собралась исправлять? Все, уже время прошло и... Не-не, ты забыла, я должна это все исправить. Хотя вот как, у тебя вроде нет никого. Или... Да, я уже поняла, я совершенно слепая, я в упор не вижу очевидных вещей. Поэтому просто, прямо, открыто, скажи мне, кто у тебя есть, кто тебе нравится? Лора, ну посмотри на меня. А? Нет, нет, Лен, у меня никого нет. Я бы тебе сказала, ты же знаешь. О, боже, у тебя кто-то есть. Лор, что не умеешь так врать нормально? Я же вижу. Ну вот кого ты все время сбрасываешь? Кто он? Это с работы. Они там сами разберутся. Да? Ладно. Тогда просто скажи мне, кто он. Я не могу сказать тебе. Как это? Не поняла? Прости меня, я не могу. Я же твоя лучшая подруга. Или уже нет? Да, да, ты моя лучшая подруга была, есть и будешь, но я не могу тебе рассказать! Чего ты не можешь, Лор, ты не забывай, моя судьба сейчас тоже зависит целиком от тебя! И времени в обрез, и мне нужна твоя помощь, но так почему же ты мне не хочешь помочь? Я боюсь сглазить! Что, блин, за чушь ты городишь? Ты чего, издеваешься, что ли, надо мной? Ты что, мне мстишь, что ли? Нет, нет, я... Тут тогда просто скажи, кто это? Я не буду говорить! И тебе сейчас лучше уйти, я хочу побыть одна! Что? Да! Тебе лучше сейчас уйти! Пожалуйста! Ну нет, дорогая, так не пойдет. Б. Через час в Онегине.
Вы готовы сделать заказ? Нет, ничего не буду. У меня здесь встреча, поэтому просто чашку кофе. Так на меня смотришь. Не ожидал тебя здесь увидеть. Да, вот такой сюрприз. А ты тоже кого-то ждешь? Что-то случилось? Нет, все в порядке. Лора сейчас придет, она просто опаздывает. Сейчас. Извините, сейчас она придет. Я тоже. 2 минуты. 2 минуты. Нет. Почему? Ну почему? Так нечестно. Людмила. Людмила! Леночка, здравствуйте. Рада вас видеть. Людмила, это вы должны мне помочь. Ой, на вас лица нет. Что-то случилось? Да, случилось. Случилось все так, как вы и накадали. Появился мужчина, появилась женщина в красном за моим окном. Но я же загладила всю свою вину. Я все сделала. Так что же сейчас происходит? Почему? Что-то пошло не так? Да, все пошло не так. Мой мужчина уходит к моей лучшей подруге. Надо же. Но почему он к ней уходит? Видимо, он влюбился. Или она недостойна любви? Нет, она... Она очень хорошая, она милая. Господи, ну, конечно, она достойна. Так, может быть, все хорошо? Нет, что ж хорошего? Я же выполнила все условия. Я сделала счастливыми 2 женщин. Ну, почему вы так со мной? Ну, чего вы от меня хотите? Я? Леночка, я просто разложила карты. Нет, не просто. В этом был какой-то смысл. Почему вы вначале мне дали шанс, а теперь его забираете? Скажи, почему? Ну, может, тебе это было важнее, чем тот мужчина? Что важнее? Возможность помочь людям. Увидеть еще кого-то вокруг, кроме себя. Может, это тебе было важнее? Нет, это несправедливо, так нечестно. Знаешь, мы всегда спорим с судьбой. Нам кажется, что жизнь нам все время что-то недодает. Мы торгуемся, доказываем, а нас никто не слышит. Да потому что мы торгуемся сами с собой. Я спасла тебе жизнь, ты должна мне помочь! Я помню. Хочешь? Я буду каждый день убирать твою квартиру. Но это твоя жизнь, Лена. И если ты его так сильно любишь, пойди отбери его у нее. Ну, если любишь. Любовь оправдывает все. Почему нельзя сделать так, чтобы все были счастливы? Все нормально? Да. Ты извини, мне нужно на работу. Только что позвонили. Борис, подожди. Я прошу тебя, останься на пару минут. Мне действительно нужно. Слушай, я тебя очень прошу. Борь, ты любишь Ларису? Я не хочу об этом говорить. Особенно с тобой. Ты перестань, я так уже все знаю. Ну тогда чего ты от меня хочешь? Вот именно, чтобы ты ответил, любишь ты Ларису или нет? Да. Да, люблю. Только это не имеет никакого значения, потому что она не хочет быть со мной. Из-за тебя, кстати. Она слишком любит тебя. Ах, вот как-то. Да и вообще, она, наверное, права. Нам не стоит быть вместе. Это все как-то странно. Наверное, нужно все пережить и все. Да
Конечно, стоит быть вместе. Конечно, стоит. Я тебя очень прошу. Я тебя умоляю. Дай еще один шанс. Вы будете счастливы. Я верю в это. Пожалуйста, я хочу помочь вам. Магрит. Ну, ты же давно хотела здесь побывать. Слушай, ну тут цены такие ужасные. Мы снимаем стресс. У тебя что, ты знаешь, какой стресс будет? Наплевать. Наплевать. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, бутылочку шампанского и лобстеров. Два. Хорошо. Молчи. Просто наслаждайся. Я сейчас приду. Поскрыть этот любимый, да? Хорошо. Я сейчас. Ничего не знаю. Шеф-повар сказал, что это ваше. Знаете, позовите его сюда. Сию минуту. Добрый день. У вас возникли какие-то проблемы? Вам не понравилась яичница? Но, к сожалению, это единственное, что я умею готовить. Лобстеров я готовить не умею. Да, собственно, и яичницу не очень. Но это то, что я готов делать для тебя каждый день. Я очень хочу что-нибудь делать для тебя каждый божий день. Ты попробуешь? Нет. Я боюсь. И я боюсь. У нас все как-то странно. И встретились, и не факт, что все будет идеально. Так, собственно, уже не идеально. Но я очень хочу попробовать. А ты хочешь попробовать со мной? Хочу. Тогда иди ко мне.
Смотришь на меня, как я тут бегаю, суючусь. Довольна? Ну, я тебе так скажу. Ты не дождешься. Я плакать не буду. А я смотрю, у вас не все серьезно. Ну, а что вы здесь делаете? Врать не буду. Вас поджидал. Зачем? Сказать, что баннер мы сегодня снимать не будем. А чего так? А, Михалыч. Внезапно начал праздновать, не смог ему помешать. Так что до завтрашнего вечера он вряд ли отойдет. А если очень надо, то и до послезавтрашнего. Да и нет. Не надо. Мы с ней все выяснили уже. Но вам спасибо. Да не за что. Это же не бесплатно. Что? Хотите сказать, что я вам что-то должна? Да. Что же я вам должна? Поужинай со мной. Знаете, не сегодня. Сегодня я хочу побыть одна. Лен, простите. Простите, что я такой настырный. Но я у вас учусь. Я еще днем хотел вам предложить куда-нибудь сходить, но постеснялся. А потом, когда вы ушли, я сказал себе: Андрюх, ну какой же ты дурак. Ну, ты встретил самую интересную женщину в своей жизни. И так бездарно упустил ее. Иди теперь, идиот, ищи. А когда найдешь, не отходи от нее ни на шаг. Ни в коем случае. Второго шанса может не быть, так что вы простите, Лен, я от вас не отстану. Ну, а если у меня голова болит? Ну, никто не идеален. Ну, ладно. Посмотрим. Собираетесь. Ну, мне как-то так легче сразу стало. И правда, я так успокоилась сразу. Ну, действительно, я же не первая и не последняя. Хватит, Лорик. Сейчас еще одну бусину пришью, и все. Ну, кто там что увидит? Ну, как это кто? Я увижу. Стой, не дергайся. Машина уже ждет. Ничего, между прочим, у тебя сегодня свадьба. Ты должна наслаждаться, ты стоишь и дергаешься. Уже неудобно, он так долго ждет уже. Подождет. Ну вот, опять криво пришила. Теперь придется перешивать. Где мои ножницы? Дождался? Немножко. Вообще-то до ЗАГСа ты не должен меня видеть. Это плохая примета. Ну, мы же приметы не видим. Не так ли? Прошу вас, сударыня. Вы, кстати, великолепно выглядите. Благодарю вас, сударь. Можно мне добрачный поцелуйчик? О, чего это? Говорят, что добрачный вкусный. Я не поняла. Ты что, перебирать задумал? А потом будешь носом крутить? Не буду. Я знаю, потом будет еще вкуснее. Я просто жадный.